Всем привет, друзья, с вами я, Компот. Вы не представляете, что я только что купил. Только что завершил сделку с жителем. Я купил, друзья, кузницу в Майнкрафте. И вы, наверное, сейчас не удивлены и скажете, что серьезно? Опять ты купил кузницу? Зачем у тебя столько деревень и столько кузниц? Но сегодня нашел необычную кузницу, а двухэтажную, и загорелся желанием ее купить. Только хозяин меня предупреждал, если я найду какой-то люк, чтобы я туда не лазил, потому что там лежат его личные вещи, которые он не успел забрать, он на днях приедет и заберет. Вот, друзья, короче, вот такая вот офигенная двухэтажная кузница. Так, минуточку, наушники сниму, они мне мешают вообще, так сказать, все, пошли вон отсюда. Короче, друзья, знаете, в чем дело? Во-первых, тут стоят вот такие вот конусы, мне нужно их всех поломать, потому что дом продавался, теперь я его купил, теперь я его, так сказать, законный владелец. Так, блин, какой же офигенный все-таки дом, давайте его осмотрим. Ну, тут все как обычно, печки, с виду обычная кузница. Так, давайте откроем дверь, ага, так, и все, друзья, мы открываем двери, как вы видите, тут у нас в разнобое лежат вещи. То есть у нас тут стул какой-то непонятный, на который я могу присесть, кроватка, сундучки, я так понимаю, пустые, но это понятно. Лесенка на второй этаж, на втором этаже. Ого! Офигеть, смотрите, какой милый столик и милый стульчик. Ё-моё, слушайте, я тут прям с радостью буду кушать, а вот это вот опасно. Смотрите, ножка прям на весу находится, и чуть что, и она просто упадет мне на голову. Короче, друзья, тут у нас уже оборудована мини-кухня. Офигеть, балкончик у нас есть, на котором ничего нет пока что, но я сам это должен все таки убить. И вот тут вещи в разнобой просто лежат. И знаете что, давайте, вот сейчас наступает у нас ночь, да? Да, наступает ночь, ночь я пережду, и утром, именно на утро, я тут все переставлю как хочу. Например, я хочу эту кроватку поместить под лесенку, сундучки хочу поставить вдоль стенки, этот стул хочу поставить на балкончик, чтобы можно было сидеть и наблюдать за прекрасной деревней жителей со второго этажа. Ладно, друзья, сейчас уже начинается ночь, я, наверное, пойду спать, в холодильнике пусто, но я, в принципе, не надеялся. Ух ты, а там тортик, друзья, смотрите-ка, там в духовке тортик лежит. Блин, прикольно. Так, а у нас тут ничего нету, да, в ящиках тоже ничего нету. Ну ладно, в принципе, я и не надеялся. Ладно, короче, друзья, я пошел спать, увидимся с вами утром. Утром мы все, в принципе, и будем переставлять. И все, я думаю, что будет хорошо. Вот сейчас закат начнется. А, да, еще забыл. Я же от радости забыл про свою работу. Вы посмотрите, забыл сегодня собрать пшеницу. Ну ничего, завтра выполню в два раза больше работы. Главное завтра сходить в старый дом, он находится вон там, он чуть подальше, и забрать оттуда мотыгу, семена, пшеницу. Ну а сейчас, пока не вылезли монстры, я пошел спать, друзья. И так, всем доброе утро. На самом деле, я практически всю ночь не спал. Я думал, ух, дом, сегодня с утром буду все перестраивать. Короче, как же круто. И, о, добрый день, жители, да, здравствуй. Друзья, я на самом деле уже проснулся, ну, давно. Я практически, сейчас повторюсь, даже не спал. Я уже сходил за мотыгу, уже сходил за семенами. И прямо сейчас давайте садить наш огород. А после этого мы займемся нашим крутым и супер офигенным домиком. Так, тут у нас пшеница растет, и будет висеть пшеница. Ой, я тут немножечко ошибочку совершил. Так, давайте сажать это все. Сажаем семена. Ух ты, мне даже ачивочку дали. Посмотрите-ка на это. Так, давайте вот тут тоже все ломаем. Так, это все лишнее, друзья. Это все лишнее. Мы должны вот это все поломать, установить грядочку. Хопа, все нормально. О, житель сам сажает. Нифига себе. Житель, да ты, я вижу, профессионал у нас. Давайте немного помогу. Вот таким вот образом. Мне не сложно, в принципе. Так, давай это тоже соберу. Я так понимаю, это новый фермер, что ли, или что? Ничего. Из-за того, что я вчера не выполнил работу, заменить меня решили, что ли? Ладно, это, друзья, какой-то бред. Так, ну, этот огород тут еще ничего не поспело, хотя, знаете что? Можно тут вот это вот только заменить, и все. Все, теперь осталось ждать, когда это все вырастет. А теперь я пошел в свой любимый дом и начинаю делать, так сказать, перестановку мебели. Итак, я говорил вам про стульчик. Давайте его возьмем и поставим на балкон, как я и хотел, чтобы наблюдать за такими шикарными видами в деревне. Так, давайте его, не знаю, куда-нибудь вот так вот поставим, хопа, и присядем на него. Ё-моё, как же это все красиво выглядит. Ладно, давайте я спущусь ниже. Ну, на кухне, я думаю, друзья, что ничего переставлять не надо. На кухне все стоит правильно и все стоит красиво. Тут прям все так идеально стоит. В принципе, я никуда больше не поставлю, потому что места нету. Ладно, друзья, давайте спустимся вниз и будем уже перестраивать все внизу. Так, сундук давайте... Опа, забираем это все. А, куда бы сундук, куда бы сундук? Так, сундук я хотел вдоль стенки поставить. То есть, вот сюда один. И давайте вот сюда. Опа. А это что такое? Так, погодите, ладно, кровать.
Опа, забираем. Ставим под лесенку, как я и хотел. Сундучки опять-таки вдоль стенки. Так не получится. Хорошо, давайте друг на друга вот так вот поставим. Мне, в принципе, не сложно. Так, друзья, что это такое? Я не понял. Погодите-ка. Мне нужно все сложить и обдумать это. Что это за фигня такая? Я серьезно не знаю. Ну-ка. Давай. Черт, не получается открыть. А, слушайте, я вспомнил, у меня житель говорит, что там подвал, и чтобы я его вещи не трогал, потому что он приедет и заберет их. Кстати, он сегодня еще с утра должен был приехать, он что-то не приезжал. Это очень, друзья, странно, это не то, что странно, это мне даже немного не нравится. Как-то подозрительно. Никто не приезжал вроде, это не тот житель. Он по-другому выглядит. Странно. Слушайте, давайте, чтобы этому жителю было проще выносить свои вещи, я сейчас пойду, просто возьму и просто по-человечески вынесу все его вещи на улицу. Он приедет, просто соберет и еще мне спасибо скажет. Но теперь другой вопрос. Как это все, черт возьми, открыть? Ладно, друзья, давайте попробуем. Давайте еще раз. Давай. Блин, не получается. Нужно взять мотыгу, потому что мотыгой можно вот так воткнуть и подпереть. Не получается, все равно еще раз. Давайте, вот, нет, еще раз мотыгой так. Опа, ой, погодите. Друзья, я что-то отковырнул, минуту. О, я открыл, друзья, я открыл, так, все отлично, я открыл этот люк. Кстати, он довольно-таки просто открывается и закрывается теперь, ура! Короче, все, друзья, давайте открывать этот люк, так, ё-моё, там все в паутине, ой, как пыльно тут. Так, спускаемся вниз, ё-моё, тут реально очень пыльно, жесть. Ладно, давайте пойдем дальше, ух ты, тут даже источник света. Кстати, а чё подвал-то не обустроили, все с земли вроде. Это чё? Это вообще не похоже на подвальную дверь. Это очень странно, как-то какая-то нанотехнологичная. Давайте. Ё-моё, что-то не получается, еще раз. Блин, друзья, давайте ставьте много лайков, попробуем с вашей силой. Фух. Ой, ну вроде открыл. Так, что-то... А! Это что такое, я не понял? Это что? Эй, алло? Где я нахожусь? Динамит, что? Так, мне это совсем не нравится, тут скелет. И динамит, и пахнет очень неприятно. Слушайте, это вообще не похоже на подвал. А где тут его вещи? Сундук тут. Офигеть. Это что такое? Ну-ка. Ё-моё. Офигеть, чё это за пушка такая зверская? Ё-моё. Я чё, выкопал проход, что ли, какой-то? Так, да ну нафиг эту пушку зверскую какую-то. Пошла вон отсюда. Зачем ему столько алмазов и золота? Я не понимаю, что тут не так, что тут происходит. Блин, я... Короче, друзья, без комментариев, хорошо. Я вижу там продолжение, спуск куда-то вниз. Давайте попробуем спуститься. Ё-моё, это еще что такое? Офигеть. И как я это открою? Да я это в жизни не открою, вы чё? Это просто нереально открыть супер тяжелую дверь. Вы серьезно? Вот так просто открывается и... Эй, вы кто такие? Чё вы тут делаете, эй? Стой, аккуратно, не подходи, тут ловушки, тут повсюду ловушки, аккуратно. Что? Да, спасибо вам большое. Я не понимаю, что это за место такое? Что тут происходит? Что тут вообще происходит? О, чё? Эй, алё, выпустите, так... Ё-моё, вот теперь дверь-то уже не получается открыть. Давай. Блин, не получается. Чё за фигня, жители? Как, чё вы делаете под моим домом? Нет, ты становишься жертвой этого мошенника. Пожалуйста, аккуратнее себя веди. Короче, мы все тоже когда-то были жителями этого дома. Мы покупали этот дом. Но вдруг его перекупил маньяк. Теперь он заманивает жертв сюда и держит их тут, пытает, а затем убивает. Пожалуйста, помоги нам, спаси нас. Мы должны выйти и написать на него заявление в полицию, чтобы они его забрали. Да, я вам помогу, только осторожней. А как нам выбраться? Дверь-то, собственно, закрыта. Мы же даже вместе ее не откроем. Мы знаем, что тут есть секретный проход. Мы наблюдали за этим маньяком. Так что все будет нормально. Он сбоку в стене. Сбоку в стене? Это что? Это тут что ли? Ну-ка. Так. Нет тут вроде ничего. Ой, нет тут. О, я нашел его. Так, давайте я вам открываю дверь. Аккуратней. Все, давайте, жители, за мной. Все, мы идем за тобой быстрее. Так. Ё-моё, тут реально повсюду ловушки. Черт, как мне пере... А, у меня есть два блока земли. Итак, хопа. Все, друзья, мы преодолели с вами первую ловушку. Это было очень просто.
Фух, чуть не грохнулся сюда, вы только взгляните на это. Так, давайте вот тут переждем. Сейчас это... А, житель, ты что делаешь? Ё-моё, друзья, он с ума сошел. А, нет, житель, зачем ты поторопился? Там же есть ловушки. Ё-моё, друзья, что же теперь делать? Так, давайте аккуратно вот так пройдем. Надеюсь, ни один из жителей больше тут не пройдет. Так, тихо, аккуратно, тут, надеюсь, нет ловушек. Ё-моё, его что, поршни расплющили, что ли? Офигеть, что с этим человеком? Это ведь игрок. Это не житель, это игрок. Ладно, ё-моё, нужно выбираться отсюда и срочно писать в полицию. Так, рычаг, ага, вижу. И, о, лестница, отлично. Как хорошо, что этот маньяк очень тупой и не сделал очень сложные ловушки. Так, ух, друзья, короче... Офигеть, это все это время было здесь, это находилось рядом с моим домом. Короче, друзья, я побежал звонить в полицию. Если вы хотите продолжение этой истории, то подписывайтесь на мою страницу ВК, там я расскажу, чем все закончилось. Ты, друзья, нужно срочно вызывать полицию. Так это просто оставлять нельзя. Все, я звоню в полицию. Всем, друзья, пока. Увидимся, до скорых встреч. Пишите, нужно ли продолжение. Все, до связи.